Пауло Коэльо, алхимик. Бразильцу Пауло Коэльо недавно исполнилось 50, но в нем до сих пор жив дух молодого хиппи, которым он когда-то был. Алхимик – философская сказка о странствиях молодого пастуха земными путями в поисках опыта и путями духа в поисках совершенства, сразу покорила сердца читателей. Тираж книги в первые 4 месяца перевалил за 4 миллиона, успех по нынешним временам неслыханный. Мудрость, простота и поэтичность повести Коэльо оказались той самой пищей, по которой истосковались люди на всех континентах. Читатели и критики ставят алхимика в один ряд с такими шедеврами, как «Маленький принц» и «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Известный режиссер Клод Лелуш, взявшийся за экранизацию повести, отозвался о ней так. «Инопланетянам, прилетевшим на Землю, достаточно прочитать эту книгу, чтобы понять о нас самое главное». Thank you.